Горка, привет. Нет, не привет. Горка, скажи привет. Привет, Егор. Скажи привет. Привет. Нет. Привет. Ку-ку. Ну ладно, пусть тебе привет, потом поставлю. Что ты? Иди, улыбается. Ку-ку. Я только проснулась, сейчас быстро твою кашу съем. Да? Доброе утро. Да. Доброе утро. Че, тебе копаем? Тебе на завтрак копаем. Слышали, да? Итак, сегодня 24 июля. Забыла сказать. Здесь у меня сушится лист винограда немножко. Гляньте, как он страшненький становится. Это для моих питомцев. И лист шелковицы. Здесь даже есть бубочки, ягодки. Ладно, ну ягодки-то мне не надо. Это для моего зверья. Это у меня сушится можжевельник. Тоже, по-моему, шиншилле можно. Я где-то читала, но я еще изучу эту информацию повнимательнее. Это вот веточка шиповника, но она очень колючая. Там за окном у меня сушится укропчик. И я закончила с видео монтировать на канал Елена Фурц. У меня муж уехал на рыбалку, его отвезли хозяева. Сейчас вот идет визуализация. Никак не могу это слово выговорить. Вот, муж у меня уехал на рыбалку. Это вот наш шкаф, не закрыла его. Он поехал не на морскую рыбалку, а на речную. Накопали червей. С утра я снимала и умотал. Я с ним не поехала, потому что он поехал на целый день. Если бы там, допустим, часа на 3-4, я бы поехала. Ну а так, что мне там целый день сидеть? Во-первых, я сгорю. У него шкура такая нормальная, не как у меня нежная женская кожа, поэтому муж не сгорает, вернее, бывает, но очень редко. И вот хотела показать, у меня одна розочка стоит на, здесь вот, на окошке, так видно отсюда. Вот она, розочка, видите, какая, потом на улице сниму, сейчас не забуду. И одна розочка, вот она, короче говоря, сверху, оттуда вот сверху, со третьего или со второго этажа упало полотенце. Вот этот куст розы, который вот красиво растет. Только они начали распускаться, и это полотенце обломало обе розы. Сначала я одну увидела, потом вышла туда за эту, за перегородку. Смотрю, вторая на полу валяется. Понесла хозяйке, она говорит, а ну полотенце она у меня забрала, отдала тем, кто его потерял. А розочки, она сказала, это твои, поэтому у меня две розочки. А я сейчас собираюсь пойти в город, вернее не в город, а мимо моря и по Кипарисовой аллее. Там много всяких торговых точек, лоточков, продают всякие чаи, травы, всякие там эфирные масла, короче, всякие разности крымские. Пойду позаглядаю, погуляю, поснимаю, конечно же, где я буду гулять, пока у меня все это дело тут выгрузится. Сначала это выгружается один раз, кто не знает, на компьютер, потом второй раз я загружаю это уже в интернет. И времени надо достаточно, сколько я тут уже брожу, минут 10, пока 25%. А в интернет еще дольше это все выгружается, потому что здесь хоть и Wi-Fi, но народу много смотрит, видно видео или лазят по интернету, что там 3 этажа, 10 номеров, и все, по-моему, заняты. Ну, не все, конечно, смотрят, но тем не менее на скорость же это влияет. Но интернет все равно более-менее хороший, выгружается нормально, ничего не виснет, поэтому нагуляюсь и приду уже, тогда видео сброшу на YouTube. Одела сеточку, мне очень нравятся такие сеточки, потому что легко, я уже говорила, и в том году я их брала в отпуск, и в этом, и запаслась водичкой. В номере, кстати, у нас хорошо прохладно, сейчас на улицу выйду, там жарко, не то чтобы в номере прохладно, но в номере хорошо, здесь нет кондиционера, и он здесь не нужен, в принципе, потому что если уж будет совсем жарко, хозяйка сказала, даст вентилятор, но мы живем не на солнечной стороне, солнце где-то там, а здесь всегда как бы тенечек, и температура в помещении хорошая, поэтому я иду гулять, но сейчас время уже сколько? Время начала первого, и, конечно, там будет солнцепек. А это кто сидит на потолке? И это кто? Кошмар, ты кто такой? Это, наверное,
сверчок или... Ой, честно говоря, вообще боюсь таких. Не то, что то побаиваюсь, они же всякие кусаются. Ты кто? Ладно, муж придет, попрошу снять или хотя бы посмотреть, кто это такой. И туда, куда я собралась идти. Идти далековато, наверное, минут 30, может, чуть поменьше. Но я пошла. Рыбками. Что там отмерзли клетки, снимают усталость, отечность, улучшают кровообращение. Там уже сразу. Сколько там времени это? 15 минут 300 рублей. Садитесь. Секунду. Привыкнитесь, хотите шпилинг. Ой, просто так. Здорово, мне нравится. В каком? Да, такое ощущение необычное. Я хочу тебя, правда, на самом деле. Кормим, конечно. А как они называются, вот эти рыбы? Гора Руфа. Гора Руфа. Рыба-доктор с турецкой. Они как стомики маленькие похожи, да? Да. Это надо с утра приходить, пораньше, чтобы они голодные. Голодные. Да, всегда голодные. Занесли ноги? Да, занесли. И что, классно? Классно. На результат-то делали? Первый раз. Я думала, может, результат какой будет? Так, классно, но вот как, чтобы оно все... Но чувствуется, что они что-то снимают все равно. Да? Конечно. Прямо я чувствую. Первый раз. Я вообще не хотел ее почистить. Хорошо, знаешь, что это вот на билет, можете там посмотреть. Вот у нас есть три входа: крокодиловая ферма, экзотариум, гнотерапия. Комплексный билет, туда все входит. И крокодиловая ферма, экзотариум, гнотерапия. 700 рублей человек. Да, вечером можете прийти, купить билет и попасть еще в 7 часов на экстремальное шоу. Пошла до моря. Вот здесь мест, конечно, побольше свободных, потому что жарко. Не все рискуют загорать в такую жару. А с утра все нормальные люди идут и загорают, поэтому мест очень мало. Опять банан, опять лодки. Мне такой стишок классный написали в комментариях, но я его пока читать не смогу, потому что хочется прочитать его хорошо. Вот. Большое спасибо за стишок, а когда у меня появится более-менее такой голос позвоньте, то я его обязательно вам прочитаю все. Люди там видите крепость? Вот там вот впереди. Но в том году я дошла только до самой вот этой вот скалы, а на крепость я так и не поднялась, потому что было очень жарко. Может, в этом году выберу денек, который будет не сильно жаркий, и заберусь на эту крепость, поснимаюсь с высоты. Меня спрашивали, сколько здесь пляжей. Пляж один, но он длится вот по всей длине. Вот так вот, по всей-всей-всей, вот этот набережный длится пляж. Он разделен только какими-то вот такими каменными буями. И на разных пляжах разный песочек, и камушки, и песочек, и всяко разное, на любой вкус и цвет. Сейчас подойду вот здесь вот, посмотрим, что с отдыхающими. Это я уже прошла несколько отсеков вот таких вот пляжных. А здесь вот зонтики, шезлонги арендуются. Сколько стоит, я не помню. В том году, а в этом году мы не спрашивали. Вот здесь вот песочек, пляж. Люди купаются, ныряют. И парашюты летают. Ладно, пошла дальше. А вот санаторий Судак. Видите? У меня тоже подожди.
веселый, как у дядечка попался за угла. Я тоже сфотографировала. Это с питомцами, по-моему, 100 рублей стоит. Он держит какого-то орла. Сняла немножко этих животных и пошла дальше, потому что они такие навязчивые. Сначала предлагают погладить этого питомца, потом посадят тебе на руку, а потом так невзначай. Давайте сфотографируемся. И, короче, так они тяжело отвязаться. В том году я попалась на эту удочку, но я так и не сфотографировалась. Мне не понравилось мне этот навязчивый серый. Еще один парашют. Внимание, внимание, внимание. Вот я прошла дорогу и повернула уже на кипарисы вот эту вот аллею. Деткам раздолье. Только лишь бы не сбили такие водители. Бесплатно. Гляньте, что впереди, сколько народу вообще. Капец. Спасибо. Надо воруют эти двери. Положи, пожалуйста, на место. Иду на запах. У вас не убрала, да? У нас хорошего качества. А это не крымское? Крымское. Это все крымское, да. Для лица чистит поры, отбеливает хорошо, то есть подтягивает личико. Два раза в неделю делаете, вот для ленивых готово. Она тоже, она в принципе легкая, не такая уж тяжелая. Эта штука 150 рублей, которую я купила. Вот эти мастюсенькие, непонятно, что по 300 рублей лежали. Красиво. В туалет. Цена здесь 20 рублей. Правда, никого не было на входе. Сейчас буду выходить, заплачу. В принципе, туалеты все так тут стоят 20 рублей. Это его просто для информации. Более-менее чисто, но бывает и не очень. Я иду сюда поговорить. Мила, где ленту? У меня ленту? Я ее ставила в оригинал для... И все-таки, вот, как вы и хотели, срок годности 24 месяца. А вот этот свеженький. Вот фит. Ага, я вам пакетик положу. Пока мы тут болтали, уже все выбрали. Сложилось. Возьмите, пожалуйста. Спасибо вам. Еще магнитик посчитайте мне туда. Сейчас только какой. Более-менее. Дайте чем-нибудь понюхать хорошее. Сладкое, свежее? Сладенькое. С виду можно или свежее, или сладкое. Только не ест, только не я. Ой, сладкое, свежее. С этой жарой сладкое. Так, это будет. Это вот. Уже вкусненько. Еще одно какое-нибудь. Все, запутаюсь запах. Вот такой? Да. Последний? Спасибо. Вам спасибо, пользуйтесь. Thank you.
туда нельзя заходить в лето. В зоопарк я тоже схожу, только не все в один день. То у меня же камера скоро разрядится за время моей прогулки. Что здесь? Такие левушки. И вон левушка. Красавчик, а там рынок, зайти на рынок, что ли, посмотреть. Нет у вас помидор. Есть у нас помидор. Помидор только у меня, девушка. Возьми пакет. Зачем нам помидоры? Арбуз хочешь? Арбуз у него есть. Арбуз. Да, мы тебе другой сделаем. А самый вкусный, самый сладкий помидор это? Желтый. Желтый? Да. Прям сладкий-сладкий? Очень сладкий. Да? 76. О, Кирилл. Делаем желтый? Прям три штучки. И того три штучки. Не-не-не, нам чтоб съесть, и все. 35. Какой цена? 200 рублей килограмм. Просто мягкие такие ложите прям. Вот, мягкие. Они вкусные, медовые. Не припознаю. А у нас в огороде сладенькая клубничка. Вот так вот в огороде сладенько. Все рассказал, все секреты. Ой, моя девочка, сладенько у нее в огороде. Сладкая соль. Есть? Дайте мне, пожалуйста. Сколько? Рюмочку. Одну хватит, да? Давайте две с вами. Два? Два, давайте два. Сколько? 100 рублей. Спасибо. Уже приближаюсь к дому почти, ну еще не почти, минут 10 идти. Так уже устала, ноги устали, все устало. Накатилась, но довольна, нагулялась, набродилась. Я уже, наверное, за эту неделю, пока мы здесь, похудела на килограмм точно, потому что много передвигаемся пешком и мало кушаем, потому что есть не особо хочется, в основном пьется водичка. Хожу тут мимо шелковицы, уж сильно не наглеет, но то листик, то два отрываю своим питомцам. И можно шелковицы, листики, веточки. И сушу их потихоньку к концу отпуска. Накаплю в горочке. Здесь и хозяйство держат. Я где-то корову слышала. Мычала за забором. Да красота такая лежит. Это не курица. Или такая курица красивая. Ты кто там такой красивый валяешься?
Не, это как это... Кто что есть-то? Красавчик. Покажись, поднимись. Не павлин ли ты случайно? Ты кто там такой красивый? Очень мне нравится это вот дерево. Но оно уже отцветает, когда только начинает цвести. Оно вообще просто обалденное. Но сейчас тоже очень красивое. Прошла дальше вот еще одно такое дерево. И красивая улица, лучистая. Название красивое. А впереди уже знакомая собака-барабака. Лежит в жаре, улыбается. Вот это вот алыча, которую никто не собирает. Которая вся в пыли. Растет у дороги. Скоро она сама будет осыпаться. Привет, барабака. Привет, мой холючий. Не бойся ты меня, не бойся. Я не даю, я добрая. Она обижает ее, боится, ушла. Там легла. Чему холю. Осталось немножко. Слева гостиница, которая желто-синяя, непонятно какая. А справа наш отель. Кстати, вот он отель. Если у кого-то будет желание сюда приехать, сейчас сниму. Это адрес Суржская. А это номер телефона. Так что звоните на следующий год или в этом году. В этом году уже, конечно, навряд ли кто поедет, только если в август-сентябрь. На следующий год, вот, пожалуйста, прохладненько. Денечек. Прямо по ходу мой номер. По дороге еще немножко отломала вот веточки. Шелковицы, листики я вам показывала, веточки нет, туда дальше пошла, там еще одна шелковица, и прям кто-то, видать, до меня уже обломал, и они вот такие уже подсохшие были, тоже прихватила с собой на улице, ребенок кричит, не пугайтесь, и вот смотрите, сколько времени, я уходила в начале первого, пришла в начале четвертого, меня не было ровно 3 часа, и зверь, который сидел тут, переместился вон туда. Я думала, он ушел, но он решил пожить с нами. Непонятное чудовище. А я сейчас поддышусь и сяду за компьютер, буду загружать видео на YouTube.